Қандайсыздар? Денсаулығыңыздар жақсы ба? Бізде осы шарында біздің жетекшіміз Сәуле Баекенова, атайын Қазақстан Қарағанды шарынан келген Eagle старший менеджер, чоң команданың иесі. Бізге ушул бизнесте жол көрсөтү үчүн, ушул бизнесте кантип өнүксө болот, кантип акча тапса болот, кантип жер кыдырып путешествие жасаса болот да? Ушунун баардыгын бизге үйрөтүп, жол көрсөтүп келаткан биздин жетекчибиз келди. Жакында эле биз Анталияга дагы барып келдик. Эми мартта дагы барабыз. Ошон үчүн сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк бул келбей калгандар да офиске. Биздин жетекчибиздин өз оозунан дагы бир эки сөз угуп койсоңуздар, бул аябай сонун сиздерге энергия болот. Всем привет. Энди мен орусча сүйлөгөнүмө ренжимеңдер. Я приехала с Караганды, кто меня не знает. Мы работаем в бизнесе Forever уже 13 лет. Мы ездили уже на много-много семинаров, которые есть в нашей компании. Я рада тому, что эти семинары для нас есть, потому что семинар – это курс того, чтобы улучшить свою жизнь. Семинар – это для того, чтобы поменять свою жизнь в лучшую сторону. Семинар – это видеть масштаб, масштаб нашего бизнеса, к чему мы можем, от чего мы можем отталкиваться и к чему мы можем прийти завтра. На мартовский семинар мы хотим поехать с огромной командой. В этот раз мы поехали в количестве вместе с Касымом Жаном, мы поехали 35 человек. В следующем марте мы планируем свою жизнь, планируем свой год. И благодаря бизнесу Forever вы сможете развиваться в первую очередь, быть на таких мероприятиях, вместе с этим отдыхать, вместе с этим общаться, видеть карьерный свой рост, видеть свое видение на то, что может быть завтра у вас, через 2-5 лет, что может произойти в нашем бизнесе с вами. И самое главное сегодня, если вы новенький, верить в того человека, который вас пригласил, смотреть на того человека, который активен в этом бизнесе, в лице Касыма и Жанел. Это наши с вами лидеры. Я спокойна за свой бизнес, потому что есть такие лидеры в Кыргызстане у нас. И я верю им, и они, что они вас доведут до большого результата, потому что я сама по специальности, сама простой повар. Сегодня есть большая команда, слава богу. Есть лидеры в этой команде, на которых я могу положиться. Это самое главное в жизни, знаете. И мы идем дальше, потому что здесь есть большой карьерный рост. На твоей работе сегодня это есть, нету, я не знаю. На твоей работе есть ли развитие, я не знаю. Есть ли на твоей работе самообразование? Допустим, мне книги, которые здесь есть, Наполеона Хилла, Брайана Трейси, Бодо Шефера, помогают менять мне мое мышление прежде всего. Это мышление помогает, новое мышление, быть в гармонии с самим собой прежде всего, как женщине, как матери, как бабушке. Я сегодня бабушка. Вот. И что самое главное, мы видим свою цель, мы видим свою мечту, мы работаем над Мексикой сегодня, чтобы поехать в Мексику на плантации, где растет алоэ вера. Я была уже в Америке, и я понимаю значение, значит, поездок в этом нашем предпринимательстве. Если вы спросите, в Анталию нам надо ехать или нет, я скажу, что вам надо ехать, потому что старт с чего-то должен начинаться, старт должен прогрессировать у вас. Если кто-то начал и получается у него, следите за теми, кто, у кого получается. Следите за теми, у которых, значит, бизнес растет. Следите за теми, кто ездит на все семинары. И сравните со своей жизнью сегодня. И вы все поймете. Не надо много говорить. Надо просто много действовать правильно, как бы планировать свою жизнь, планировать свой день, и все будет в порядке. А так, я мама двоих детей, старшей девочке 26 лет, младшей девочке 5 лет. Мы живем в городе Караганде. Слава богу, с этим бизнесом у нас все хорошо. Мы только растем, развиваемся, и вам того желаем. Всем большой привет, с огромной любовью с Караганды. Спасибо. Спасибо, спонсор. Рахмат сизге чоң. Bunu sizler kaytalap kayra-kayra uksanızlar bir kança nerse düşünüyorsunuzdur. Bu öte manili sözdür. Bizge şu bizneste mümkünçülük görsötüp, bizde östürüp, bizge yol görsötüp, bizge jetelip, bizdin yaşoğuzun 180 gradusqa özgörüsünü sebepçi olgon bizdin jetekçileriz. Şonun için sizlerge dağı bu mümkünçülük söz türlü jardan beret.
Егер де кимде-ким түшүнбөсө, кайра сурасаңыздар болот. Мен телефон номерим калтырып коем. Көрүшкөнчө достор, Анталияда жолугабыз.